Канал «Таежный обитель» приветствует вас. Вот сегодня я дома. Я уже давно дома, дней 10. Уже вам показываю видео с экспедиции. Чаек заварил. Нарезал туда яблочек. Такие у меня яблочки. Больше ранеток, такие душистые. И вот я туда яблок нарезал. Я помню, в детстве мать так делала, очень вкусно. Пейте со мной чаек. Ну, просьбу вашу экспедицию я заснял. Вам сейчас показываю, я думаю, вам интересно будет вот это верховье Зеи. Все эти места как раз там шли Федосеев с Улугитканом. И вы, если будете читать книги Федосея, вот примерно можете представить эти места. Конечно, не сам Становой хребет, где он переваливал через Таз-Балаган. Ну вот 7-8 километров ниже устья этого мы там начали съемку. Мне очень хочется, чтобы вам это запомнилось, потому что это наша история, наша география, наши водные ресурсы. Сегодня я вас хочу еще и себя, и вас поздравить. Сегодня 2 года, как открылся вот этот мой канал. И как вышло первое мое видео, я снова с вами. И мне приятно, что вот этот канал, он для меня стал таким как бы откровением, откровением общения с вами, откровением то, что я когда-то в себя набрал, знания, опыт. И я этим опытом и знаниями с вами все эти 2 года стараюсь делиться. Стараюсь по-честному, по-доброму объяснить, пояснить. Конечно, у меня где-то есть ошибки. Конечно, я и не ангел с крылышками. Но я стараюсь быть естественным, не наигранным. И думаю, вы это чувствуете, и по вашим отзывам я это тоже понимаю. Эти 2 года для меня стали большой школой. Большой школой. Я научился вот общаться с вами лучше, научился брать репортажи у людей, потому что я старался до вас как бы донести такой кругозор широкий. И с картинной галереи, и с музея, и везде, где была возможность что-то такое вам показать, я старался все это показать. Ну, я уже говорил, что у меня стало много друзей. У меня много друзей. И меня вот именно, и меня и этот канал вели как бы вы, вот вместе. Потому что вопросы, то, что меня там, мне благодарность выражали, то, что я почувствовал себя нужным вам. Вот это вот для жизни большое дело. Человек может себя чувствовать по-настоящему человеком, когда он кому-то нужен. Чем больше людям он нужен, тем ему самому это как бы и приятнее, и миссия его такая. Мы должны не только себя собирать и для себя собирать, мы должны вот собрать и отдать. И вот эта взаимная такая собрать-отдать, она очень хорошо на меня воздействует. Я многому от вас, многое от вас получил, многое. И в смысле знаний, и в смысле опыта, потому что много опытных людей, очень мудрых жизнью людей. И молодежь интересная пишет. Поэтому я сегодня нас поздравляю с вами. Поздравляю. Вот еще раз пью с вами чаек. И говорю вам большое спасибо. Ну, и как всегда в конце я желаю вам
всем удачи, радости, любви, красоты, творчества, здоровья, гармонии с самим собой, с окружающим миром. Жизнь продолжается, и будут, пока мы дышим, живем, любим, творим, будем общаться. Пока-пока.